нас очень чисто пыталась пройдите по любому району, это, двору. Я не знаю, как в центре ситуация обстоит. На окраинах города, в принципе, все нормально, дороги чистые. Нормально убирают. Только сейчас у нас это вот Гагарин 21, корпус 10 там. У нас сейчас там раскопки, как говорится, ведутся. А теплотрассу переделывают. Поэтому там за. А так около дома, около домов у нас в нашем вот этом вот, там вот микрорайончике в этом у нас нормально, хорошо убирают. Я 200 километров отсюда. 200 километров ехали, как вам наша дорога-то? Нормально. Хорошо чистят? Нормально чищены.